Добрый день, дорогие друзья. Сейчас хочу спеть для вас песню, которую сочинила совсем недавно. Вот еще никому не пела, и хочу, чтобы вы стали моими первыми слушателями. Писали мне разные, как сказать, комментарии, гневные обязательно, потому что без этого не может обойтись. Вот, мне нужна критика, и, конечно же, эта песня просто записана на электронном пианино. Вот. Нет, живых инструментов, к сожалению, пока нет возможности. Вот. Но главное, суть песни, какова, вы поймете. Вот посвящаю эту песню всем русам нашей России и желаю, чтобы все проснулись и стали видеть, что же происходит вокруг. Вот. Проснулись от сна невежества. Вот. И прошу заранее прощения за грехи, потому что еще, скажем так, сырая песня. Ну, очень захотелось, хоть какое-то мнение сказали. Вот, поделиться хотелось этой песней. Вот, так как я не выступаю нигде, и надо куда-то девать свое творчество, которое мне прет. Вот. Ну что ж, начнем. Труден путь твой, но иди.
такая песня. Ох. Надеюсь, суть вам песни ясна. Так что спасибо за прослушивание. Счастливо.